В Покровском храме Нижнего Тагила начинается курс лекций по изучению наследия святых апостолов, учеников Христа и людей, стоящих у самых истоков нашей церкви. История церкви в самые первые дни и годы ее жизни. Проблемы, с которыми столкнулись не только первые христиане, но сталкиваемся и мы сейчас. Об этом и многом другом узнают слушатели курса. Его старт 23 октября. Продлится до Пасхи. Встречи будут проходить по воскресеньям в 11:30 на втором этаже Покровского храма. Перед занятием всех ждет угощение. Чай с пирожками из трапезной храма. Материалы курса будут опубликовываться в группе ВКонтакте «Библия целиком».